Здравствуй, Чик. Я сегодня нашел 10 зернышек пшена. Давай их поровну разделим. Обычный урок риторики в одном из первых классов Видновской гимназии. Сегодня ребята знакомятся с писателем Михаилом Плецковским и читают его произведение «Урок дружбы». Но занятие складывается не только из прочтения. Вместе с педагогом дети анализируют текст. Преподаватель младших классов Валентина Смоленцева считает это важной составляющей учебного процесса. Именно так у ребенка развивается любовь к литературе. Вместе читаем, перечитываем, внеклассное чтение, очень серьезно к этому подходим. Ребята учатся говорить свое мнение, выражать основную мысль, искать, что мы узнали, ради чего было написано, познавательные какие-то моменты с вами. Ну, потому что дети сами говорят, книгу читаю, мир открываю. А какие интересные вещи ты узнала из книг вот на сегодняшний день? На сегодняшний день, ну, вот когда мы читали этот рассказ про дружбу, то, что нужно делиться и не жадничать со своими друзьями. Из этого занятия ребята вынесли важный урок. Дружба дороже всего на свете. С этим согласен и первоклашка Федя Ушаков. Я очень люблю дружить. У меня друг есть садик, с которым я все-таки еще не расстаюсь. У меня дороже, можно сказать, всего класса. Первый Б Видновской гимназии образцовый. Он стал призером в окружном конкурсе «Самый читающий класс», итоги которого подвели буквально на днях. Для участия школьникам было предложено разобрать произведения Виталия Бианки «Синичкин календарь» и выполнить групповую творческую работу. Ребята учились действительно вместе с Синичкой Зинькой. Тоже много познавательного узнали из этого произведения. Читая произведение, ребята уже подбирали, какой эпизод они проиллюстрируют. Вот. И нужно было объяснить самое главное, почему они выбрали вот этот кусочек произведения, который проиллюстрировали или сделали аппликацию. Первый Б лучшим в округе стал в номинации «Самый творческий класс». Их поделки жюри оценило выше остальных. В следующем году ребята настроены повторить свой успех. Хотелось бы участвовать, потому что мне понравилось делать подделку. Книжку читали интересную. А какую подделку ты сделал? Я сову сделал. Конкурс «Самый читающий класс» в Ленинском городском округе проходит уже в 15-й раз. В этом году звание самого читающего образовательного учреждения удостоилась Видновская гимназия. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ирина Кошелева. Видное ТВ.